На автодороге Чекала-Мацута в Иравском районе произошла просадка грунта. Дорожное покрытие треснуло, а основание ушло на глубину до 4 метров. По предварительным причинам обильные осадки и переувлажнение почвы сообщает МЧС Республики. Протяженность поврежденного участка 100 метров. В настоящее время опасный участок дороги перекрыт, ведутся работы по восстановлению покрытия. Привлечены 18 человек. Добраться до селения Мацута можно по объездному пути. Он проходит выше основной автодороги.